А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Alex Fresh. Мы продолжаем играть в Spin Terrace. И сегодня будем проходить карту наводнения. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик. Начинаем. Это последняя карта, которая из Spin Terrace, не DLC. Ух ты. Так, у нас есть гаражные части. В количестве... каком? А как мне узнать количество гаражных частей? Там. Там есть? Нет? Короче, я хз, есть тут гаражные части или нет. Поэтому я предлагаю сразу два КамАЗа. Ой, КамАЗа. Два МАЗа потащить. И все. Потому что я реально, я не знаю. Поэтому поехали сразу на двух, потому что, ну, вот эта фигня точно два места. Поэтому я не готов так сильно рисковать. Хотя, рисковать так сильно. Мы сейчас можем вообще сразу два маза утопить. И как бы... что тогда будет? Как это будет называться? Если мы их сразу два утопим. Так ведь? Мы-то едем... на верную смерть, так сказать. Сейчас будет весело, конечно. Ёпты. Чё, и карты глубины, что ли, нет? Короче, мне нужно сюда. Давайте валить. Пока светло. Потому что когда будет темно, уже будет некогда ехать. Так, но еще не утонули. Уже хорошо. Блин, я реально надеюсь, я не утону. Плюс здесь еще очень много дров. Всяких валяться будет у нас. Которые нам будут мешать ехать. Но они не сейчас будут. Они, по-моему, будут где-то вот здесь. Их будет просто огромная куча. Но пока что мы передвигаемся прям супер бодренько. Прям супер бодренько. Но мне кажется, возможно, ого, придется где-то еще нарыть один прицеп какой-нибудь для гаражных частей. Я вот прям подозреваю так. Потому что мне кажется, вот тут нету гаражных частей. Это, походу, чисто заправка и техничка. Но не подписано, поэтому тащу два. Потому что если б знал, вез бы то, что нужно. Что не так? Снова ступенька или что? А, ёпта. Дубина. А тут включен полный. А тут не включен. Понятно. Да, я без полного пытаюсь ехать. Я смотрю такой, вроде задние пытаются пробуксовать, передние не хотят. Думаю, нифига себе нагрузка, тяги не хватает. А тут все понятно. Все оказывается очень просто. Блин, вот эта картина. Маз просто по самые окна дубасит по воде. Ой, деревья. Фига себе тут течение. И главное, что ни черта не видно. Что, где, куда, зачем. Тут же где-то асфальт должен быть. Должен, ключевое слово. Так, вот, вижу. Фары. А, ну днем не помогает. Так, а этот с нами еще, да? Блин, а вот тут я не помню, как. Можно просто в тупую попробовать по асфальту поехать. Типа очень сильно нырнуть, но в расчете на то, что нас двое, возможно, мы проскочим. Возможно. Но это не точно. Будем пробовать. В тупую. Я так, кстати, еще не делал. Хотя нет, один раз у нас проканала такая фигня. Я не вижу асфальт. А, во. Ого. Заглохнет, не заглохнет? Успел. Офигеть. Такого еще не было у меня. Просто нырнул. С крышей ушел туда. Но проехал. Так, доехал заново до этого же места. Потому что игра крашнулась. Надеюсь, еще раз такого не будет. И причем автосохранение не произошло. Видимо, оно сработает, когда мы откроем какой-нибудь гараж. Если мы его откроем, конечно.
Сейчас я карту открывать вообще никак не буду, потому что нужно открыть гараж, чтобы понимать, можем мы его открыть или нет. Потому что, возможно, у нас тут замкнутый круг. И придется выбирать другую технику. Блин, ну круто, кстати, вот так вот ехать просто на пролом и реально проезжаешь. На стандартной технике тут так не получится. Тут просто утонешь. А на этих мазах просто дубасишь, и они едут. Офигеть. Вообще какие-то нереальные. Ныряют, да, получают урон, но в целом-то проезжаешь и двигаешься дальше. Он с нами? Да, с нами на лебедке. Тут, смотрю, нету. Думаю, может, где-то потеряли по пути. Так, где там наш гараж? Признавайтесь. Отлично. Залетаем. В смысле? А, не, все ок. Теперь думаю, что он рабочий, что ли. Двачка. Чуть-чуть отъехать. Так, теперь ты. Где ты есть? Будет здесь или не будет? Я просто реально не помню, есть здесь или нет. Вашего грузовика нет груза. Так, ну давайте ради прикола сейчас назад проеду туда, где у нас там точки закрыты. Если я там нифига не найду с гаражными частями, то как бы что? То пофиг. То вы просто увидите этот момент, когда уже тут открыто. Открыт гараж и вот эти две точки, получается, на которые я сейчас поеду. Я просто тогда один МАЗ поставлю, один оставлю стандартный там КАМАЗ, по-моему, или что-то такое. Чтобы у него было все барахло, которое нам нужно. Возможно, где-то валяется. Но я не помню, это было в Мадранере или в Спинтайресе было. Что где-то у нас валялось какое-то барахло. Но вот я только не помню где. Все, сел. Причем мощно сел. Кстати, а может здесь в самом начале? Нет, тут нету. То значит, в Мадранере было так. Блин. Погнали прямо тогда выезжать. Раз мы не можем назад толком поехать, проще уже прямо выехать. Можно было бы, конечно, лебеднуться. Ну ладно. Самое интересное, что мы двигаемся только тогда, когда я рулю куда-то. Все, поехали, наконец-то. Вдруг там что-то будет возле той точки разведки, какая-нибудь машина, в которой просто есть два нам нужных места. Да блин, это жесть какая-то. Нафиг я сюда поехал вообще? Так, ну-ка. Будет проваливаться или будет ехать? Едет на понижайке. Уже на автомате едет. Так, я надеюсь, я не утоплюсь. Поеду так же, как и ехал сюда. Так, тут, пожалуйста, не взрывайся, потому что отсюда, ну, мне уже не выехать. Четвертая передача, надо остановиться. На четвертой я далеко не уеду. Так, погнали по камням, по ним будет зацеп, наверное. Какой-никакой. Или наоборот, зароюсь сильнее. Блин, что-то фигово едет. Надо было там реально назад выехать и все. Дайте, пожалуйста, мне где-то гаражные части. На халяву, если можно. Так,
Ага, вон точка. Подожди, а там же еще... А, нет. Блин, а что я думал, что здесь у нас что-то стоит? Но здесь тогда ничего не будет у нас. Здесь тогда у нас ничего не будет. Это прям 100%. Интересно, я проеду или застряну? Я так нагло ни разу не катался. Блин, офигеть. Просто берет и валит. Да, тут нифига тоже. Я думал, что там есть. Я почему-то думал, что там тоже точка разведки какая-то у нас. Но нет. Нет и еще раз нет. Так, ну короче. Знаешь, здесь гаражных частей... Сервисная тележка. Так, ну давай на этой телеге тогда попрем. Как тебя отсоединить? Обцепить. Поехали тогда на этой посмотрим. Может, реально вдруг окажется? Я тогда ее пригоню, без проблем. Так, заправляться, наверное, не буду, заезжать. Ну, кстати, в теории миссию мы можем пройти. Техники должно хватать, тут как минимум масс должен быть и так далее. Просто единственное, что гараж мы не откроем, потому что, ну вот так вот получается. Мне кажется, придется на понижайке ехать, потому что мы просто зароемся. Четвертая, давай первую. Вторая уже пошла. Мы еще не раскопались, уже вторая. Давай понижайку. Ой, промазал. Слушайте, а может повышайка типа была бы норм? Он типа на постоянной скорости ехал бы, но ниже четвертой. Нет, смотрите, на третий раз и проваливается. Ну хотя пытается выехать. Но тяжеленько ему, конечно. Точка разведки вижу. Может тут зацепится? Хотя так кажется, потому что там нет травы, но трава-то потихонечку зарастает здесь. С дистанцией прорисовки. Хотя, смотри, тут, по-моему, можно топнуть немножко. Да. Погнали. Пока есть шанс проскочить. А, это, походу, ненадолго. А, не, нормально. Едем. Пофиг на урон. Вообще пофиг. Хотя собирается очень быстро урон у нас. По 7 по чуть-чуть и уже как бы 10%. Так, но это не гаражная часть, определенно. Сервисная тележка и... Это же ремонтный обычный, правильно? Давайте, сейчас мы его цепанем. И в тупую просто. Ну, кунг точно по ремонту. 100%. Ну пусть уже будет зацеплен вместе с прицепом и притянут туда. А прикиньте, если в тележке будет единичка одна. Может тогда где-то еще одна валяется. Бабах. Будет, кстати, приятно, если где-то будет еще валяться. Далеко, да? Блин, как неудобно. Есть, наконец-то. Пересесть. Есть, разворачиваемся. Заправить, конечно, нечем. Где-то у нас еще лесовозы должны валяться, по-моему. Так, а как мы его потянем отсюда? Че, сюда выехать, что ли? Но тут срака полная. То есть можно как-то выскочить. А, или сюда выскочить, наискось. Короче, нужно куда-то выскочить и нормально поехать. Да, он жрет, конечно, как не в себя. Но выхода у нас особого нет в данной ситуации. Поэтому едем куда-нибудь.
Я же ему вроде все подрубил, да? Так что он должен валить. Но если сейчас будет хоть одна деталька там, то это хорошо. Это значит, что что-то там может быть интересное. Так, пожалуй, понижайку подрубаем. Чтобы ехать хоть медленно, но уверенно зато. Потому что он там сзади раздолбанный. Не знаю, насколько ему хватит топлива. Но я и не верю, что там есть хоть одна запчасть. Потому что по одной запчасти, ну то, по-моему, в Мадранере было, когда там вообще маленькая тележка была, как тележка кваса образно. Так, сейчас на дорогу тут выйду. Надеюсь, по ней будет бодрее. Потому что мне кажется, что мы там можем просто застрять вдвоем. Где дорога вообще? Я даже на горизонте нет. А, не, вон что-то есть. Только появилось. Ну, нормально. Сейчас, конечно, по ней проедем чуть больше, но зато безопасней. Потом, если что, можно будет дальше добить карту все. Посмотреть, что там у нас есть, что там у нас нет. Да уж, дорога выглядит, конечно, не очень. Но ничего не поделаешь. Так, а Кразик все уже отъехал, да? Или нет? Не похоже, чтобы он подгазовывал хоть... Ну-ка. А он заглушен, походу, был. Он, зараза, заглушен был. Потому что я просто нажал F, а у него колеса передние заблокировались, и потом раз... Дым повалил. Будто, знаете, раз типа завелся. Так, а подожди, ну чё мы это? Погнали. Мы уже нормально едем. Сейчас только нужно будет проверить, что за барахло у него есть. Ну Кунг точно нифига не дает. А вот прицепчик этот фиг знает. Ну вдруг одно очко хотя бы будет лежать. Я буду доволен. Но с того прицепа тоже надеялся, а вдруг там что-то будет валяться. Но нет, нифига не валяется. Хотя можно было. Ну, кстати, заправка хотя бы бесплатная теперь есть. Так, Кразик. Пересесть. Есть что-то? А, нифига нет. Ну, тут явно нечего искать. Согласны? Я думаю, что согласны. Так что я сейчас меняю грузовики и продолжаем вот примерно вот, наверное, отсюда. Так, я, короче, сюда доехал. Карту вроде бы открыл также. И, короче, нам нужно еще открыть несколько точек. А именно 1, 2, 3, 4. Так, ну вот это вот, насколько я помню, на другом берегу. Вот эту в идеале открыть. Потом вот эту, потом эту. Потом эту. А потом сюда. Ну, погрузка где-то там будет по пути. Так что сейчас двигаем дальше. Надеюсь, тут уже можно будет на автомате ехать, потому что на понижайке полз. Грязюка тут конкретная была. Хотя вон точка, в принципе, рядом, но туда через реку в любом случае нужно проплыть, чтобы покончить с той точкой. Может, прицеп, конечно, где-то отцепить, бросить. На этой стороне, чтобы потом не кататься за ним, не знаю. Но дорога тут такая, оставляет желать лучшего, если честно. Так, нужно найти прям нормальный выезд туда. Нифига тут булыжников сколько. Придется прям по ним ехать. Так, кажется, я там вижу цивилизацию. Реально дорога. Вторая, ну пока ползет, пока едем. Перестанет, включим понижайку. Я пролезу? Да должен. Главное, чтобы прицеп пролез. Отлично, потому что собираюсь ехать с прицепом. Так, тут нам нужно будет налево как-то двинуть. Тут, наверное... А, ну ладно, проехали. Можно было повернуть налево. Хорошая лужа.
Так, ну, я хз, как тут вообще ехать? Типа, ну, если б я ехал не на МАЗе на этом, я бы ехал аккуратно, я бы проехал где-то тут, вот по вот этим вот. Ну, вы же сами знаете, где мы едем, и, соответственно, как мы тут будем передвигаться. Кстати, а точка-то следующая, надеюсь, она реально там, где я посмотрел. Ну, типа, как посмотрел. Как я сказал, типа, что на другом берегу. Потому что или в Mudrunner, или в Спинтайресе одна из этих точек на крошечном островке находится. Так, ну сюда ехать слишком далеко, да, значит, это не тут. Отлично, все, разворачиваемся, валим обратно. Замечательно, меня все, в принципе, устраивает. Как мы проехали здесь. Главное теперь по этим деревьям как-то прокатиться. Так, откуда я выперся? Прямо и левее. А, вот отсюда выперся. Нужно двигать туда же. Сейчас против течения еще и с прицепом. Хоть пустой, не груженный. Блин, ну едет вообще кайфово. Просто кайфово едет. Против течения. Не выбирая, где ехать, где тонуть. Просто берешь и едешь. И он это делает. Так, но судя по следам, я отсюда, наверное, съехал. Отлично. Тут же и вылезем обратно. Подожди, а куда? А, на дорогу. Все нормально. Я хотел сказать, а куда мы вылезем обратно в это же поле? Но нет. Все пока что хорошо. Но нужно будет найти нормальный момент, чтобы туда свернуть. И, по-моему, одна из точек будет у нас в каком-то таком дебильном месте расположена. Поэтому я не уверен, что там будет все ок. Но я заправился. Я, кстати, себе еще на заправке 600 литров залил в баки. Дополнительно к полному нашему баку 800 литров. То есть у нас тонна 400 суммарно. Чтобы нам точно хватило. Ну вот, ну и притянул, конечно, КамАЗ. То есть взял один МАЗ и выбрал КамАЗ, чтобы был. Ну точнее не выбрал, он автоматом был выбран. Просто чтобы на нем отспавнился этот... Гаражные части, чтобы на нем отспавнились. Так, ну дорога туда есть какая-то. Там что, погрузка что ли? Реально? Мы на погрузку приехали? А дальше тогда что? Ёб твою налево. Серьезно? Вы что, хотите сказать, что мне сейчас надо пеньки корчевать там? А, это, наверное, ручная погрузка. Блин. Но... Да хотя не, вроде можно проехать. Еще учитывая... Или нет? Пеньки на каждом метре торчат. Ну пофиг, погнали. Ау. Нормально, теперь надо также по-быстрому назад выехать. Иначе это все очень плохо закончится для нас. Блин, нифига, смотрите, как можно сложить его. Офигенно. Хорошая техника. Так, ну плюс одна точка есть. Главное, чтобы игра не лаганула. Хотя, надеюсь, она автосохраняется. Я, кстати, после того, как ну, в меню вышел, после паузы той, когда я сказал, что мы сейчас доедем заново. Короче, что было. Так, ну не забывать технику проверять. В меню просто вот это вот типа чина DLC подсвечивается, как обычно. И дома просто все белые. Типа белые текстуры. Я просто пока машину перепроверял, какую мне нужно из двух заменить, чтобы правильное расположение у них было. По итогу ошибка вылезла, я такой думаю, о, прикольно. Так, ну точка где-то недалеко. В горах. Где-то недалеко в горах. Че нам, сюда ехать? Походу, да. Зараза. Не зарывай. Четвертая передача. Вот какого черта я вообще делаю тут на четвертой передаче? Кто-то может это объяснить? Логически. Какого фига я забыл на четвертой передаче здесь? Так, ну по-моему мы не зарываемся. Или снова начали? Да, не особо зарываемся. Должны ехать. Вон точку видно. Нужно будет где-то здесь же спуститься.
Интересно, эти камушки дадут мне проехать? Потому что что-то я заметил, что здесь камни зацеп нам не дают. А дают только проблемы. Так, ну, точка вот. Хорошо. Отсюда, кстати, по-моему, можно через лес прямо на пилораму спуститься. Но я этого делать не буду. Фига себе. Зацепился, походу, да? Прям так резко начал ехать. Зацеп вдруг появился у нас. Так, разворачиваемся и вниз. Теперь. На погрузочку. Правильно? Правильно. Поехали. Дождик еще поливает, такой хороший. Ну а быстрее проехать, пока игра не сломалась. А то вылетит будет обидно, снова по этим точкам катайся, снова грузись, снова едь, ну и так далее. Плюс сохранения какие-то непонятные, нелогичные. Поэтому непонятно, сохранено оно сейчас или вообще не сохранена эта карта в данный момент. Неизвестно. Потому что тогда, видите, два места в гараж разгрузили, все поделал. А, мы не доехали. Ну тогда ладно, забейте. Что-то я это уже чуть-чуть не выдумал историю. Так. Грузимся наконец-то. Раз. Два. Единственное, что сейчас развернуться придется в пару подходов, потому что как-то заехал не так. Это уже такое, это мелочь. Кстати, я не знаю, как мы сейчас будем ехать здесь, потому что тут явно глубина побольше, и она может быть дольше по времени эта глубина, но, естественно, по расстоянию тоже. Поэтому я не знаю, как мы тут проедем. Плюс у нас какого-то фига уровень глубины не подсвечивается. А, ну то ж в Мадранере подсвечивается. А здесь, походу, никогда не светился. Так что я не знаю, как я отсюда выползу, куда я поеду. Но давайте наиболее пустым, что я несу вообще? Простым путем. Попробуем проехать. Я поеду сейчас тупо направо сюда. И отсюда уже куда-то попремся. Ну хотя можно было бы отсюда вниз. А тут... А, ну слушайте, течение-то туда. То есть мне-то подходит. Поехали. Единственное, что тут можно застрять. Потому что я тут застревал на кразе. Или на чем? А, там, по-моему, Урал дается. Или Урал, или Крас, я не помню. И тут, короче, вариант ехать только на этом, на Мазе, на том. Который 6 мест может тащить. Но их тут можно утопить вообще налегке. Так, вижу, где должна располагаться наша точка. Мы, кстати, на первое на удивление едем. Все очень даже неплохо у нас. Единственное, что... Кстати, вон суша, по-моему, прямо. Но мне непонятно, куда ехать в данный момент. Я не вижу суши. Тут надо, чтобы прям ясное небо было. Ну, кстати, вот слева, вот тут. Вот перед нами что-то. Ну, а глубина какая перед нами, я понятия не имею. Мы сейчас или проедем, или утопимся. Тут два варианта. Так, ну тут на островке. Нормально. Так, островок я не помню, резкий, не резкий по углам, поэтому буду по центру проезжать. А дорога, по-моему, справа. Да, вон справа дорога у нас. Хотя, учитывая, как мы прям, можно и туда, но по дороге просто у нас всегда лучше ехал он. Поэтому я предлагаю по дороге попереться. Я еду, нет? Вроде да. Тоже с виду как дорога. А может это и есть дорога? По-моему, тут было. Да, отлично. Просто по дороге он хоть как-то едет. По остальной грунтовке, но ему очень плохо всегда у нас тут было. Этому мазику. Поэтому проще ехать там, где задумано изначально. Кстати, туманчик начал... А нет, не начал. Хотел сказать, туманчик начал проходить, но он не начал проходить. Так, двигаемся на второй потихоньку. Может давайте на первый попробуем? Потому что, мне кажется, второй многовато. Тут буксует, только зарывается лишний раз. Хотя сейчас сразу воткнет. Очень медленно на первый идем. Будто на понижайке.
Не, все еще на первой ползет. Не думает даже переключаться. О, есть вторая. Подъемчик хороший. Так, куда мне ехать? Поехали справа. Может, конечно, слева лучше было бы, но уже куда поперлись, туда поперлись. Так, деревья, пожалуйста, помогите и не мешайте. Ой, фига фризануло. Думал, все. Нам чуть-чуть осталось до прохождения. Буквально каких-то там, не знаю, минуты три. Максимум 5. И мы на месте. Фары включим. Ни черта с ними не видно. Ну, точнее, как сказать, слепят сильно. Из-за этого нифига не видно. Кто-то тут землю пропилил. Прям конкретно. Распанахал. Так, а где точка выгрузки? Что-то мы едем, едем бесконечно. Реально долго. Сейчас, конечно, время прохождения этой миссии окажется быстрее, чем длительность серии. Теперь точно фары включать. Да, вот она, наша пилорама. Так, ну я надеюсь, мы все открыли, ничего не забыли. Вторая. Давай с первой. Норм. И мы добрались. Фух, наконец-то. Разгрузка. Чпоньк, чпоньк. Mission complete. 25 минут написано. Но это явно было дольше. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.